Так, пока я надеюсь, что увижу самолет, который будет делать посадку, хочу вам рассказать такую еще очень интересную фишку о том, об одном очень интересном человеке, журналисте. Он делает офигенные репортажи на тему авиации, на тему путешествий. Это Александр Чебан. У него есть Live Journal. Вы можете его найти в Гугле. Обязательно найдите, посмотрите. У него огромное число классных таких статей об путешествии, об том, как дешево путешествовать по всему миру, как покупать билеты и разные такие все разная такая информация. Обязательно почитайте, если вы интересуетесь. О, маленький самолетик взлетает. Так, ага, вот, он набирает высоту, все, он уже взлетел. Так, медленно. Такой, очень маленький. Да, моя, конечно, камера, это прям смешно. Все, он уже там поднялся и будет набирать высоту. Так что этот Александр Чебан офигенный чувак, его приглашают на телевидение, он показывает очень много разных самых современных самолетов мира. Вот. Так что поищите его и поинтересуйтесь. Человек пишет очень классную информацию, полезную для всех людей. Он побывал практически во всех самых известных городах мира. Он рассказывает о таком, что просто нигде вы больше не прочитаете. Вот вы ж, когда появляется новый самолет, он даже ездит на заводы в разные страны, показывает все, как все это выглядит, историю. Он один из первых попадает на борт самолета, показывает вот эти Sky, как они называются, Sky, не Skybus, Dreamliner, да, Dreamliner, по-моему, Boeing 787, или как, ну, поправьте, если вы в курсе, офигенные самолеты, очень тихие, очень такие, одни из самых новейших в мире, в Дубае, потом в Китае, китайские авиалинии, так что вот так. Ну что, сколько там уже? Я понимаю, что вам уже надоело смотреть картинку, видео мое. Вот покажу вам Range Rover. Вот реклама Range Rover. Смотрим, дальше смотрим. Ну что, он уже где-то должен быть на горизонте, а мы его так и не видим. Ну, может, и не увидим. Что-то не знаю, как взлетные и посадочные полосы здесь размещены, поэтому реально не могу знать. Ладно. Ждем.